Сейчас я буду стрелять, вдруг он... Есть! Подбили мы его. Тихо, тихо, тихо. Еще, еще один удар. О, как же тут сложно-то, смотри. На, убил меня. Да я не мог повернуть дуло. Тихо, тихо, тихо. Да, его, блин, нереально убить. Ах ты, ё-моё, смотри. Ох ты, поражение, смотри. Даже так? Да, Дуда, Дуда. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру «Наши танки». И теперь мы хотели бы сразиться. Так, подключи Facebook, чтобы использовать изображение своего профиля в режиме 1С2. Так, а если у меня Facebook'а нету? Так, давай, выбираем вот этот танк мощный и поедем. Сейчас. О, вот смотри, противник у нас, да? И я сейчас буду играть с ним. Хорошо. Так, а ну-ка, 56 секунд у нас есть. Так, какой у него там танк? О, у него маленький танк. Так, тихо, 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 тихо. Он с маленьким танком, смотри, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На, получи. Есть, подбили его. Едем дальше. Ух ты, это так вот можно тут легко звездочки собирать? Давай вот с этим получается. Попробуем, что здесь у нас будет. А, два танка, нифига себе, подожди. Я так не договор... А, у меня тоже есть танк. Тоже какой-то дружище. Давай. Попробуем. Ох ты, смотри, какие они быстрые-то, а. Так, тихо. Куда они делись, а? А, вон они вниз поехали. Тихо, тихо, тихо. Есть один. Одного подбили. И второго мы подбили. Выиграли. 6 получили мы. Медалик. Так, сколько звездочек? А, одна звезда. Так, у нас есть, смотри, самоцветная мания. Давайте попробуем в нее. Так, а ну-ка, что это такое получается? Давай сыграем самоцветную манию. Ох, нифига. Танк какой. Попробуем его уничтожить, ребята. Так, давайте, нам нужно найти хорошую точку. Где мы будем стоять? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нафиг, нафиг, давай. На, получай. Есть. В принципе, он был несложный. Смотри, рекламу. Да, посмотрите рекламу, ребята. Давай посмотрим, что это за игрушка такая интересная. А, нифига. Сложная игра. Что вот так вот бегать. Попробовать их убить. О, сейчас у него получилось. А, называется Джонни Триггер. Джонни Триггер, нифига себе. Так, ну что, играем, поехали. Тут сказали, что будут самоцветов много. Оп, нифига. Какой танк у них. Сейчас посмотрим. О, нифига ты прилетел как быстро, алло. Ты чего такой быстрый-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, он еще под... На, сейчас подожди. Тихо, тихо, тихо. Да, его, блин, нереально убить. Ах ты, ё-моё, смотри. Ох ты, поражение, смотри. Даже так бывает. Так, ладно, играем дальше. А чё ж получается-то такое, ребята? 0-1, да? 0-1. Так, этот прям быстрый. Ух ты, у него защита какая-то, смотри. Все, мы его уничтожили. Теперь будет 1-1. Теперь нам главное сейчас выиграть надо, срочно. Так, давайте посмотрим. А, ну это, в принципе, небольшой такой танк. Я думаю, возможно, я его уничтожу. Сейчас. Сейчас я буду стрелять, вдруг он... Есть! Подбили мы его. Тихо, тихо, тихо. Еще, еще один удар. О, как же тут сложно-то, смотри. На, убил меня. Да я не мог повернуть дуло. Как они думают, а? Как я могу повернуть дуло? Так, а еще и рекламу посмотрите, да?
Всю рекламу мы досмотрели, играем дальше. Выбираем наш танк большой, самый мощный, самый прокачанный. Так, сколько мы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вроде бы танк небольшой. Сейчас посмотрим. Ой, как он быстрый, смотри, какой он быстрый. Ё-моё, фига мы там вцепились. Эй, Ой-ой-ой-ой-ой. Да у них какие-то фишки здесь. Как вот выиграть-то можно? Я вообще не понимаю. Три поражения, и что? А, и все. Типа мы не можем больше играть. Ладно, так уж и не хотели прям. Давай тогда этот выиграем. Еще одну победу сделаем. И заберем чемоданчик. Для этого нам нужно еще одного победить. Чувака. Так, эту несется уже. Все, смотри, он меня переехал. Вот скажи мне. А, вон даже как можно. Нифига себе. На, есть выстрел. Все, уничтожили. Так, добавили у нас бонусов. Давайте откроем. Вот, я хочу его открыть. Что же в этом сундуке будет? Так, а мы увеличили уровень титана и дали еще кобра авиаудар. Ой, спасибо. Ой, спасибо. Давайте еще раз сразимся. Так, уникальное предложение. Да, конечно. Едем, отправляемся дальше, ребята. Вот какой танк. Сейчас будем его гасить. А ну-ка. Опа, смотри. Одинаково выстрелили. Ё-моё, смотри, что он выпускает. Я надеюсь, у него одна такая штука была. А так вообще, разве честно? Так вот выпускать. Сейчас он опять запустит, нет? Есть. Хорошо, уничтожили. Начинающий, кто там, десант был написан? Капрал. Мне дали капрала. Так, ребята, ну а мы продолжаем. Выбираем танк и отправляемся в путь. Мы играем сейчас в джунглях. В джунглях. Где идет дождь. Так, и где едут очень много танков. Таких вот маленьких. Так, отправляемся, едем дальше, смотрим. О, автоматчик, мы его уничтожили. Да, немножко он меня подбил, но ничего страшного. Главное, успели мы. О, опять автомат, этот сам вертолетчик. Ё-моё. Так, тихо. Так, давай, вертолетчика. Есть. Удар один. Один удар сделали. Вот, еще едет, смотри. Есть. Все. Плохо, что он, когда падает, не этого самого танкиста не задевает, вот этого маленького. Давай, сейчас он поедет на меня. Давай, давай, едь. У него сил не хватает, смотри. Вот ты... Как ты скажешь мне его убить? У него не хватает сил. Вот куда ты тогда поехал-то, а? Все. О, и что, назад начал сдавать, да? Смотри, я его переехать не могу из-за этого. Ё-моё. На, получай. Еще один удар. Есть. Так, этот чувак тоже не может подъехать. А этот меня вертолетчик меня уже достал. Так, эти вот стреляют, тоже не могут, да, подъехать. Не, смотри, не хватает сил. Тогда мы сейчас быстренько их, может быть, перепрыгнем. Ага, фиг там. Так, есть один. Так, второй сейчас. Так, и второго мы уничтожили. Да, тяжело здесь, конечно. Так, вот там, этот, иди нафиг. Вертолетчик. Так, этого мы сейчас с первого удара. Ё-моё, меня сейчас подобьют скоро. Так, есть автоматчик. О, этот вертолетчик готов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. А, все, подзорвали меня. Да, подзорвали, ребятки. Ух ты! Мне сейчас новое звание дадут? А ну-ка. Подполковник. Это очень хорошо, спасибо. Подполковник.
Ой, я вас благодарю за это. Ну что ж, дорогие друзья, будем на этом заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, передам приветы в следующих роликах. Всем пока-пока.